Vladimir Makusev. За хорватскую публику. Кто я, Владимир Макусев? Для хорватских людей расскажите, кто вы, кто Владимир Макусев. Я пожилой человек, которому 65 лет. Я родом из Санкт-Петербурга, живу в Москве, преподаю журналистику, потому что сам, к сожалению, бывший журналист. Вот и все. Я сам умирвленник. Imam 65 godina, rodio sam se u Sankt Petersburgu, sad živim u Moskvi i sad predajem novinarstvo zato što sam prije bio novinar. Kak žurnalist ja zaprišen už 25 let u Rosiji. Kao novinar zabranjen sam u Rusiji već 25 godina. Na federalnih kanalih, televizijonih? Na federalnim kanalima. A tak ja rabotu. Что вас довело в Хорватию? Что вас сюда привело, в Хорватию? Печальный повод, если вы говорите о сегодняшнем дне. Потому что вот практически сегодня исполнилось 25 лет, как здесь погибли мои друзья. Вернее, друг Виктор Нагин и его оператор Геннадий Куриной, которые погибли в 91 году. Здесь, хорватская Костаница, тогда сербская Костаница, потому что здесь была самопровозглашенная республика Сербская Краина. Вот эти 25 лет я пытаюсь найти все следы этого преступления и доказать, что ребята не уехали в небытие и не улетели на небо, а они героически погибли, выполняя свой служебный и профессиональный долг. Довел у меня овде один... jedno tragično situacije koja se ovdje dogodila prije 25 godina. Naime, ovdje u Kostajnici bili ubijeni prijatelji gospodina Makuseva, Nagin i njegov operator Korinoj. I njegov cilj je bio doći ovdje i sjetiti se njihove žrtve. I već 25 godina on traga za pravdom, za istinom, zato što oni nisu samo nestali i otišli negdje na nebu, nego su oni tragično i herojski poginuli u ovom mjestu. Да, исполняя свой долг. Это очень важно. Журналистский профессиональный долг. Были на своем родном, месте. Да. Ово područje u prethodnom ratu poznato po žalosnoj jednoj crnoj statistici stradavanja novinara. Možete nam malo više reći o okolnostima u kojima su stradali Nagin i Kurina? To mjesto je izvjesno po tragičkim smrcijama, ne toliko njih, i tako je mjesto, neudačno je mjesto, pečaljno je mjesto. Kostajnice, raskažite podrobnije o smrti Nagina i Kurinova. Мы с вами журналисты, поэтому давайте будем аккуратны. Я могу сказать лишь свою версию. Пока нет следствия официального, пока нет суда. Хотя здесь официальное следствие было. Сначала его вела военная прокуратура Югославской народной армии, а потом, по моему требованию, здесь было возбуждено уголовное дело
прокуратурой сербской краины. Так что, в принципе, следствие велось. Но я добиваюсь, чтобы дело вели следователи из Москвы, из Белграда и из Загреба. Тогда это будет профессионально и окончательно. Желаем быть jako oprezan kao novinar i želi samo iznijeti svoju verziju. I to njegova verzija do duši nije samo pretpostavka, nego on otvorio oficijalnu tužbu po danom ubojstvu i tu, taj proces vodili su iz srpske krajine i Jugoslavska narodna vojna prokuratura. Iz JNA, sud JNA. Ali želi da dođe do toga da taj proces uzmu u i Zagreb, i Beograd, i Moskva. Da prime učešće u tome. Po mojej versiji, utrom 1. sentября 1991 года Нагин и Куренной на своем синем «Опеле», на котором было написано, дипломатические были номера и белый флаг ТВ, делали материал для программы «Время» центрального телевидения Гостелерадио СССР. Здесь, в районе Костанницы. 1. круина 1991 года Ногин и Куриной су изошли по радному задатку у плавом опелу с белым заставицом и надписом ТВ. Они су снимали репортажу о događanjima ovdje у Костанице за тадашню Советский Союз телевизию, за программу «Время». Они работали на территории, которая контролировала хорватские отряды самообороны. Они су били овим подручу, где су били хорватские отряды самообороны. В это время Югославская народная армия готовила наступление. В это время армия ЕНА припрямила свой напад. Дальше начинаются предположения. Каснее я могу само предпоставить. По всей видимости, о том, что работает на хорватской территории группа телевизионная, стало известно в штабе сербской армии. У главном уреду у штабу у ЕНА сазналось, да овде дошли некие сниматели, предпоставили, да, су на страни, на хорватской страни. При наступлении материалы телевизионные не то, что идет в эфир, а то, что снимается для разведки, бесценный материал. Все, что со снимало, то су яко ценены снимки, яко ценены материалы. Почему? Потому что одно дело – это смонтированные 40 секунд говорящие головы, а другое дело – панорамы, какие-то неудачные повторы, случайные слова и так далее, так далее. Это что? Это значит боевые порядки, укрепления, количество людей, фамилии и звания командиров и так далее, так далее, так далее, так далее. Это бесценный материал для наступления. Znači, materijal koje su imali na videokamere nisu bili samo montirani isječak 40 sekunde samo s nekom pričom, nego to su bili isječice sa položajima, prezimenima, neke generali i takve neke položaje vojska. Sve što ne vidjet zritelji. Sve što se iza kadra, neke slučajne se isječice koje su do duše i pokazivali stvar ovog događanja, što se ovdje događalo. Руководил тогда всем, что здесь происходило, некто Билан Мартич, тогда министр внутренних дел самопровозглашенной Республики Сербская Краина. Овде био Мартич, Билан Мартич, кое био главный МУПу Сербской Саукраины, самопровозглашенной. По всей видимости, не знаю кто, но приказал ему получить эти материалы любой ценой.
Vjerovatno da su željeli po svaku cenu dobiti to, te materijale po nekoj narudžbi. Он поручил это сделать специальной, лично ему, подчиненной группе ОМОН, отряда милиции особого назначения. Дал задаток, да добить этот материал специальными постройками. Они устроили здесь недалеко, ну там вот в Паньяни, перегородили дорогу, предполагая, что Витя поедет в Загреб. Загреб ближе, чем Белград. Ему нужно было передать материалы. Они заградили цесту у села Паньяни, следующее первое село након Костенице, предпоставивши, да че Виктор крени у Загреб, како бы предал что брже материалы. Да не че ичи у Белград, него у Загреб. Но для того, чтобы они, увидя преграду, не смогли развернуться, по машине был нанесена очередь из автомата. И как у дошли авто, как у дошло до этой заграждённого ток места, не су успели се окренути, ведь них дочек автоматская. Витя сидел за рулем и по всей видимости был ранен. Виктор вероятно был ранен за то, что он был за воланом. Во всяком случае в машине есть точные следы от пуль в районе ног. На первой дверце. На авто су били меци у него ногу. Стево Бароевич, командир отряда особого назначения, подошел к машине и потребовал документы. Стево Бароевич исто из овде постройбе ЕНА. Дошел до них и тражил идентификационные документы особенно. Витя открыл окно, отдал ему паспорт, аккредитацию и другие документы. Виктор отворил прозор и дал все необходимые документы, путовницу, аккредитацию и все остальное. Бароевич посмотрел документы и крикнул своим: «Это хорватские шпионы, огонь!» Он погледал ті документи, затворив їх і рекав своїм людям, да то су хорватські шпіони, батра. І сам вихватив пістолет і застрілив Віктора. І сам ізводив пістолі. На задньому сиденні сидів Гена, і він закрив голову руками і теж отримав пулю в лоб. На задньому сидів Геннадій, Гена, і також він се сакрив голову, але також його дочка метила у голову. Затем все оборудование, техника, камера, документы, все было вынуто из машины. Сва техника, камеры, вещи, ствари, личные ствари, особенно материалы, все было извадено из авто. Пленки, а тогда была аналоговая аппаратура, бетакам. Пленки были тщательно упакованы в полиэтилен и завязаны изолентой. И отправлены на машине в штаб наступающей армии. Все снимки были тогда направлены на казеты, были как-то чверсто спакированы и послали у Белград. Куда делась техника, мне неизвестно. Есть версия, что ее продали тут же кому-то, камеру и вещи ребят, их раздели. Не знаю, где не стала камера, предполагаю, да то вероятно, где негде не стало, негде продали и также и личные ствари, одеча. Потом машину облили бензином из этого же бака, который был полный. Авто полили горивом, кое су узели из того авто. И не без труда, но подожгли ее. Не то было лако, але су запалили. Машина горела недолго вместе с телами, но долго еще струился дым. Авто не горел предолго, але горел заедно с новинарами внутрь, але яко долго остал еще дым из авто. Свидетелем этого преступления был местный тракторист Зоран Прлина. Зоран Прлина я был свидок. Дом которого был на расстоянии 50 метров от события. Да, негова куча была 50 метров от того места. Стево Бароевич приказал ему оттащить на тракторе машину вместе с телами, то, что от них осталось,
и утопить в реке в деревне Кукурузари. Стево Борović naredio tom čovjeku da uzme traktor i odvuče auto sa ostacima i baca u rijeku, utopi. Što on je zdjelo? To je učinio. No, sentjabr, rijeka vada Inska, on načel vbivati mašinu kavšom, što bi joj nije bilo vidno. Znači, to je bio rujan mjesec i vodostaj je bio jako nizak i auto se vidio i onda on bagerom pokušavao uvući. To što u Rusiji nazivajca kanci u vodu. U Rusiji ima izreka krajeva u vodu. Govori o pristupljenju. Kad govori o nekom. A v to vrijeme žene, Viti i Geni, načeli bespokojiti. Ni zvanka. Один нет день, второй нет, третий день нету, не возвращаются. Они начали обзванивать всех знакомых, нету, звонить в Загреб, нету. Они обратились в посольство, посольство СССР тогда, за помощью. Жены Геннадия и Виктора почали запиткивать, где су нихове мужеви, за то, что нису се являли ни тогда, два, три, već прошло полно времена, они почали тражить своих мужева и обратили се за помощью у консулат СССР. Посольство через газеты, через телевидение обратилось к жителям. Кто что знает, расскажите, покажите, позвоните. Консулат преко телевизии объявил снимку, где тражи люди, сведоки, кое ишта видели, да се яви и кажу, где сте люди. А пропажа наших журналистов узнали в Москве? Да су нестали русские новинары, сознали у Москвы. Президент СССР Михаил Горбачев обратился к руководству Югославии с просьбой помочь в поисках. Председник СССР Горбачев обратился за помощью кому? К руководству Югославии, президенту Югославии. Да, председнику Югославии, да се помогне. Начались крупномасштабные поиски, и прокуратура Югославской народной армии возбудила уголовное дело. Кренули потраги за ним, и отворилось казненный поступок. Из Москвы приехала первая следственная бригада. Из Москвы дошло первый... люди из суда. Прокуратура. Да. О том, что поиски начались, узнали здесь, в Костанице. У Костанице сознали, да, где се тражи. Не знаю кто, но, по всей видимости, Мартич приказал вытащить машину. Там уже прлине. Не знаю кто, али, не знаю как, але Мартич, вероятно, сознал, da se krenuli potragi i naredio tom prlini da izvadi taj auto. Zariti ostanke žurnalistov, a okopov bilo zdje mnogo. I zakopati što ostalo, jer ovdje je bilo jako puno udobina. A mašinu ostaviti na brijegu? Auto ostaviti na brijegu. I od zastavio tuda najti i položiti ljubije čovječeske kosti. I naredio da stavi u taj auto bilo koje ostale tijela. On je položil tuda radiostanciju amerikanskog proizvodstva. I stavio tamo walkie-talkie američki. Prijehali sljedovatelji, im predjevili mašinu. Kad su došli policija iz Moskve, sudske predstavnike, onda njima se bila... приказан на тай ауто. Они изъяли кости и рацию. Извукли су остаци кости и ту радио. Не знаю кто, но провели экспертизу. Выяснилось, что кости принадлежат женщине. Направили экспертизу, направили су... Экспресс-анализ? Да, анализу кости и сознало су, то су женские кости. На этом следствие было закончено. Након тога война затворили су тај. Где журналисты, никто не знает. Прошел рат и
престанок. Наши следователи улетели в Москву. И люди из Москвы отошли назад. В то время я был депутатом Верховного Совета Российской Федерации. У те времена господин Мукосев был представник, председник... Верховного Совета. Верховного Совета, то... Верховной Рады. Да, по сам собору. Я предложил помощь Гале Ногиной, как депутат. Понудился помочь Гале Ногиной, Жене. Она сказала, не надо, Володя, все в порядке, тут прокуратура, Горбачев, следствие, военные, дипломаты, Министерство иностранных дел, спецслужбы. Все работают, особенно посольство. Все хорошо, скоро ребят найдут, они где-нибудь в концлагере, либо в больнице, либо в плену, найдут. Она отбила помощь, я рекла, да, свису ангажирано око тог дела, око тог случая, и онда рекла, без бриги, они че се наче. В это время СССР перестал существовать. В то время СССР више не стал, распался. И все структуры, которые занимались поиском, Генпрокуратура, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел и так далее, так далее, СССР тоже перестали существовать. У те времена, со престанком СССР, престали су и Радове, и МУПа, и Министерство ванских послов, и прокуратура. Новым российским структурам было не до каких-то журналистов, до какой-то Югославии, где-то, чего-то. Они начали создавать новые структуры. Появлялось новое государство. Новые влады не были занимливы. Некие русские новинары, некие Югославии. Они кренули, были в своем створении новых структур. Прошел год. В марте 93-го, на дне рождения у Вити Ногина, в 93-й године, у 3-м месяце, на рождендану Виктора Ногина. Мы сели за стол, который накрыла Галя Ногина. Припремила ручок, негова жена. Налили по рюмке. Налили смо по... И наступила ракетце. Тишина. За что пить? И тишина била у зраку за то, что не сознали, за что че пить. За день рождения Вити? А где Витя? Да пьем за рождендан, али нема га, нема Виктора. За смерть Вити? Вечная память? Его никто мертвым не видел? Опять за смерть не может, за попить, за то, что никто него не видел. Умер, Галя поставила рюмку и сказала, какие же вы мужики, какие же вы депутаты, какие же вы журналисты. Вы трусы. Вы вот сидите здесь, водку пьете в спокойной, мирной Москве, а мой муж где-то там, в концлагере, может быть раненый, может быть ему нужна помощь, а вы здесь. Эх вы, и ушла на кухню. Галина вратила чашу на стол и рекла, кое сте ви новинари, кое сте ви политичари. Vi se sad sjedite ovdje u mirnoj Moskvi, a moj muž negdje tamo u logoru, gladan, možda njemu treba pomoć, možda je ranjavan. I uvrijedila se i otišla. Rekla da ste vi, nemate hrabrosti. Ne получил se praznik. Praznik nije uspio. I na sljedeći dan, na zasjedanje Vrhovnog savjeta, ja predložil создать specijalnu parlamentsku komisiju по расследованию пропажи наших граждан в Югославии. Следующий день отошел к себе у Верховное собрание и предложил е, да составим комиссию по потрази за новинарима. Комиссия была создана, я был назначен ее руководителем. Комиссию су скупину ту организировали, и он и был председник те. Собрав все документы в Москве, какие было возможно, мы приехали сюда, в Северскую Украину. Скупили су все документы, кои су были потребны, и дошли овде у тогда Сербскую Украину. И продолжили расследование здесь. И наставили потраги овде. Практически
ничего не получалось. До определенного момента мы ходили по домам, кого-то спрашивали, все говорили: «О, русские, русские братья, давайте выпьем ракии». Мы спрашивали: «А слышали вы здесь, что произошло 2 года назад?» «Да», и опускали голову. «А что произошло?» «Война». Дошли су овде и онда ишли по кућама, тражили сведоке, онда сви говорили: «А, ви сте Руси, наша врача, ајмо попити ракице». И онда дошло тада до конверсације, сте видели, знате што се догодило овде? Да, они се скренили, спуштали главе, каже да знају што се догодило. Онда пита: «Шта је било точно?» И нису чули одговор, осим то је био рат. Было јасно што все все знают, но никто ничего не говорит, потому что все боялись. То и было очевидно, да все знают, о чем се радило и что се догодило, але все се боялы. Я добился встречи с Миланом Мартичем. Договорил сусред с Миланом Мартичем. Мы встретились с ним в Бане Луке. Встретились в Бане Луке. Условие его было одно: я буду один, без оружия. Мы встречаемся не в кабинете, а в том месте, где он мне скажет. Он назвал адрес, сейчас я его не помню уже. Договорил адресу, где был един увет, да Владимир долази сам, без оружия, без свидока, баш на то место, где че он речь. Я приехал туда, ждал примерно полчаса. Через полчаса рядом со мной остановился огромный зеленый джип. Думаю, что это был Хаммер. Дошел там, и након пола сата... А заустави се велики джип, зелени бои, вероятно, то би Хаммер. Из него вышло 3 человека. Сам Мартич, я его не знал, но я так понял, что он командир. У него был пистолет. И 2 здоровых бугая, лысых, с закатанными рукавами, с автоматами Калашникова. И зашел человек, кој предпоставља да тој е био Мартич, јер не знам негово лице, како изгледа. Уз него изашли 2 великих човека, начело очешане, у кратким рукавама и са марицама. Первое, што они сделали, это передернули затвор. Прво што направили, припремили оружие и уперли су у него. Он мне сказал: «Если ты не уберешься отсюда со своими ищейками через сутки, тебя будут искать дольше, чем тех, кого ты ищешь». И рекал: «Ако ты сад со своими трагачами се не смакнеш, дајем тебе еден дан, онда ће и тебе исто тражити, али потрајаће то још више него потраги за несталими новинарами». Сел в машину, они сели, завелись и уехали. Вратили су ауто, кренули се и отшли. Группа, в которую входили 2 контрразведчика и представитель Генеральной прокуратуры России. У меня в группе было 3 человека и еще представители посольства. Разделилась. У группы собрали 3 люди. Один представник из Велпосланства и люди из специальной... 2 полковника госбезопасности, 2 КГБ. 2 полковника. КГБ. Да, КГБ. Прокурорский сказал: «Я уезжаю, пусть меня увольняют, но это серьезно». Прокурорский? Да, работник прокуратуры. Ага, да, значит, человек из прокуратуры. Тужец. Да, тужец. Рекал, да, он отлазит, никого еще не занимает. Работники посольства сказали: «Мы возвращаемся в Белград». Велопосланство исто рекал, да се врача в Белград. И только 2 контрразведчика сказали: «Мы с тобой». И само специалисты из КГБ рекли: «Да, мы чем быть с тобой». Что ты собираешься делать? А что ты хочешь учинить? На свой страх и риск и на удачу я решил поехать в Глину, где, как мне стало известно, была прокуратура сербской краины. Она уз страх, кој он доживљавао, али са мала среће, и али то било ризично, отешао у Глину, где је било тужителјство Српске и Праукрајине. И тут была первая удача. И овде била прва среће. Молодой парень, прокурор. Младый тужилец. Не при делах, как мы говорим.
На мою просьбу, не осталось ли у него случайно в архивах дело, уголовного дела по расследованию преступления? Он сказал, не знаю, надо поискать, и дал команду вот такой красивой девочке, своей помощнице, значит, пойти и найти, если есть такое дело. Тай младый тужитель не был упучен в этой ситуации, которая се догодила. Он е питал, па погледайте, можда случайно имате неки та казину пријаву за нестале за потрагома за несталима Русима. Он каже младе девојке, рекао, ајде иде погледај, можда имамо нешто у архиви. Он налил по рюмке раки. Налил по ракице, чашки. Мы выпили по две рюмки. Входит девочка и несет пыльное дело. Да, само попили две малые чашки, ведь когда долази жена и доноси со прашином. Почему оно там было? Мы открыли вместе дело и стали читать. Я, естественно, не знал хорватского и не знаю сербского. Я смотрел на экспертизы, фотографии и так далее. Только что мы улыбались. А парень читает документы и так, извините, пичка мать. Он начинает материться. Они были сретны за то, что напокон нечто нашли, неки первые трагови, и нима был тай осмех от сречи, али тай човек само каже, извините, а он обсовал сваки пут за то, что ти фотографии и сири. Они не знали хорватского языка и сербского, на котором это было написано, само глядя экспертизы фотографии. А человек бы он дочитал, что се догодило, потом была его реакция. Наконец мы дошли до карты района Костанецы. Напокон су нашли на мапу. И он бросил дело. И бацил. И глядит на меня. Я гляжу в карту, а там перепутаны сербы и хорваты. Где кто был? То есть все вранье. Бацаю ту мапу, зато што на мапе било све окренуто положај српске постројбе и хрватске постројбе, и он донио одлуку, да, то је било све лаж. Он закрил дело и тут же взял официальный бланк и написал: «Возбудить уголовное дело по факту пропажи двух журналистов СССР Нагина и Куринова, оказывать полное содействие председателю комиссии Верховного Совета Владимиру Мукусеву». Поставил штамп и сказал: «В милицию неси, пусть они тебе помогают». Подписал документ, где наредил поново отворить казненный поступок по потрази за погибнулыми новинарима. И уз то, да добил все необходимые материалы, документы и всю помощь. Все это было намерено. С этой бумагой я приехал сюда, в Костанецу, в милицию. Ту самую милицию, которая делала все, чтобы нам мешать. С тем папиром дошел овде в МУП Костанецу, милиция или полиция, ведь что-то было. Милиция. Баш той, которая спричавала и радила все, как бы сметала. И мы снова стали ходить по людям, и милиция вынуждена была нам помогать. И поново су кренули по кучам, але полиция ведь милиция... Официально фиксируя допросы. Те вопросы, которые задавал я, фиксировались ответы. Jer добили су наредбу помогать и сураджевать, они су были приселены записывать. Помогло это мало, но это уже было официальное следствие. То не баш пуно помогло, але то ведь ипак било официальный казненно дело. В это же время к нам в гостиницу приехал тайно ночью Зоран Прлина. В то время он ночью дошел тайно Зоран Прлина. И сказал, что он за 5000 западногерманских марок, а тогда в Германии были марки, может показать нам место захоронения журналистов. И предложил за оценку за 5000 марока может показать место, где сохранили. Но чтобы его не вычислили, он, ну как тракторист, он же таскал машину, это никто не скрывал.
Он будет показывать разные места, где, может быть, он не знает, лежат наши журналисты. Он же показывает несколько мест, как он бы отдал себе. Показать же несколько мест, потому что он не знает, что он делал. Сам он делал и исполнял наредбу. Он не видел, он не закапывал, он не знает. Он ничего не видел, ничего не знает. Сам же показывает те места, где он был. Главное начать вскрышные работы. Битно было почать и копать. А место он нам покажет, и мы как бы случайно найдем останки. И он так как покажет место, и как да случайно че проначти. И мы начали это делать. И учили мы то. Но в это время в Москве президент России Ельцин издал указ, распустивший Верховный Совет. В то время был председник Ельцин, кое наредил укинуть Верховный Совет. В том числе и все комиссии, учрежденные Верховным Советом, то есть и мою тоже. И включая все комиссии, которые припадали. Таким образом, я из начальника, облеченного властью, русского дипломата, депутата, журналиста, превратился в туриста, который в чужой стране, где идет война, в самопровозглашенной республике, копает землю. Мне милиция сказала, вон отсюда, 24 часа, если вы не хотите, чтобы мы поставили вас к стенке. У истый трен догодилось так, да, вместо положения, которое Мокусев имел, был и новинар, имел высокий положай, у истом тренутку претворился обычного туриста, который се налази у земле, где се ратуе. И онда дошла милиция и рекла, да има 24 сата, како бы макнулся одавде, jer иначе че он стать у зид. Я вернулся в Москву, и ни одна моя попытка получить новый статус для комиссии не была успешной. Вратился в Москву и покушаваю поново покренуть эту комиссию, но это было безуспешно. Расследование очередной раз окончилось. И официальное расследование. Официальное казненное дело поново было прекинуто, затворено. Все остальное время, вплоть до вот сегодняшнего дня, я веду расследование как журналист и частное лицо. И до сада наставлям водить ту потрагу, али као новинар, као приватное лице. А все, что я вам рассказал о деталях преступления, это идет от двух свидетелей, один из них Зоран Плина, а второй Стево Бароевич, которого убили при неизвестных обстоятельствах. Все, что сад сам наброил, все эти детали и нюансы в связи этого убийства, то я добил два свидетеля Зорана Плина и Стево Бароевича, который преминул из неясных околностей. Извините, что так долго, но вы задали такой вопрос. Просто, прости, пожалуйста, Мариночка. Но так остав питание поставили. О всему сте написали книгу, которая се зове «Црна мапа». «Црна мапа». Как завершала книга? Как заканчивается книга? Книга завершена тем, что успел крикнуть Витя Нагин, увидя, как на него направляет пистолет Стефан Бароевич. Он крикнул: «Не стреляйте, мы ваши братья!» и получил пулю в лоб. Книга се завершава задними речами Нагина, когда кроз прозор пистоль бил уперт нему у чело, и задние негови речи были: «Не пуцайте, мы смо ваши братья!» Але добил пак метак. Я не знаю, как мы с вами встретим с мой смертный час. Может быть, мы будем малоприятными людьми, может быть, мы струсим, может быть, мы будем кричать и молить о пощаде. Витя о пощаде не просил. Это было как завещание. Он кричал не только убийце своему, он кричал всем тем, для кого война – это единственный способ решения всех проблем. Он ненавидел войну, и он кричал им: «Не стреляйте! Мы ваши братья», имея в виду всех людей.
Ne znamo kako ćemo mi dočekati naše zadnje dane, možda ćemo biti slabi, možda nećemo imati hrabrosti, možda ćemo vrištati i tražiti da nas poštede. Ali Nagin nije toga tražio, nego uputio celom čovječanstvu i svim ostalim ljudima, ne pucajte, nije mislio samo na tu situaciju, nego općenito ljudima koji rješavaju na ratni način, rješavaju stvari, i on je mrzio rat i samo rekao da ne pucajte, mi smo vaša braća. Moji druzija bili ne za Serbov, не за хорватов. Они были против. Они были против войны. И за это были убиты. Его приятели не были ни за сербскую страну, ни за хорватскую страну, но они были против одной и другой страны, были против рата. Но их убили два раза. Но их убили два раза. Один раз убил этот урод, которого звали Каддафи, Стево Борович. Первый раз их убили физически, ихова смерть Стево Боровича. А второй раз их убила родная страна, Россия. А другой путь их убила нихова родна держава, домовина. 25 лет я пытаюсь сделать все, чтобы было возбуждено уголовное дело, чтобы расследование придать официальный характер. 25 година боремся с тем, как бы поново покренул казненный поступок. Сотни писем, начиная от президента Ельцина, Медведева, Путина и так далее, сотни писем в Генеральную прокуратуру и в другие организации с просьбой возбудить уголовное дело остаются без ответа до сих пор. Он упутил стотину писем в все организации, все, кто бы могли помочь, то, но все осталось без ответа. Все они, власть российская, второй раз убивает моих друзей, потому что они убивают память о них. Русская влада поново их убила за то, что убила нихово сечение на них. Так завершала ваша книга. А как завершала ваша истрага? Я, сколько сам разумел, вечерас ускоро би на određeni način би могли заокружить ту причу. Так заканчивается ваша книга, а как заканчиваются ваши поиски? Как он, насколько он понял, что вы хотите округлить это все? Я продолжаю писать письма. Два дня назад я был в Генеральной прокуратуре Хорватии, так же, как был 5 лет назад. И меня заверили, что дело не прекращено, не сдано в архив, они продолжают работать. Био сам при 2 дана у тужительству у Республики Хорватской, и него су уверили, како то дело не затворено, него се наставля потраге, као што и при 5 година су говорили, да то наставля се. 5 лет назад. Когда мы здесь устанавливали памятник вместе с Орканом, который, собственно, и делал этот памятник, полковник Панже Ивица Оркан, я встречался с руководителем следственной бригады, которая занималась, женщина занималась, сейчас не помню его, ее имя, военными преступлениями. При 5 година он упознал с полковником Орканом Панже, кое и помог направить спомен обележие у Панянима. Я предложил обратиться в Сербию и Боснию к коллегам, прокуратуру Сербии, прокуратуру Боснии, там, где находятся свидетели сегодня, их адреса известны. Такой же упознал одну жену из потраге, из тужительства, koje predložio njoj da upute i ostale i u Srbiju i Bosniju, da upute taj postupak da nastave i oni surađivati zajedno. Predloženje moje svodilo s prostoj vješi. Sazdajte opću sledstvenu brigadu, jesli v Srbiji, v Bosniji i v Hrvatiji zainteresovane v poiske istine.
ako su u Bosni i u Srbiji su zainteresirane za istinu, on ponudio da neko učene neku komisiju poput što on radi u Rusiji kako bi nastavili... Соедините документы, которые у вас есть. Spojite dokumente koje imaju jedna, druga i treća strane. Спустя 5 лет это произошло. Nakon 5 godina to se dogodilo. Из Сербии пришла вот такая пачка документов. Они мне показали, не раскрыв, но показали. Показали su njemu debelu hrpu papira, dokumenta. Mi su pokazali što unutra, ali pokazali da tu su u Srbiji. Все документы, которые собрала хорватская прокуратура, она отправила в Россию, в Генеральную прокуратуру России, в Москву. Что Хорватска скупила, те документы были посланы в тождельство, главное тождельство в Москве. Москва молчит. А Москва шут. Ей это не интересно. Нет, это не занимливо. И я буду добиваться, чтобы, наконец, дело было возбуждено. Не знаю как, хватит ли моей жизни на это. Но я буду этого добиваться. Не знаю как, але се нада да че све че учинити како би у Москве одреагирали на негову помощ да поново покрену. Во всяком случае я доведу до генерального прокурора и президента Путина информацию, что даже сербы готовы помогать в этом деле. Показать че документы и председнику, и главному тожительству Москвы, да чак и Сербы исто спремны помочь и сурадживати. Дело за Москвой. Значит, все остало, задний корок и отлука остал за Москву. Как это не горько сознавать, но родная страна предала своих граждан. Тужно, и продолжает предавать. Тужна чиненица, али... смотря, да, домовина издала свои люди. Почему? Вопрос другой. Кто-то говорит большая политика, кто-то говорит бизнес, трубопроводы, газопроводы, нефтепроводы. Кто-то говорит, что это дело спецслужб, и тут все не очень просто. Не исключено, что кости ребят давно находятся даже не в Белграде, а в Москве. Я не знаю. Я добиваюсь официального статуса расследования. Владимир želi da verovatno već kosti možda su ili u Moskvi ili već nisu u Beogradu, ali želi da pokrene se to i da dođe do istine, da se sazna istina. Извините за долгие ответы, но вы задаете очень серьезные вопросы. To su jako ozbiljne pitanja, uprostite za... Извини, пожалуйста. Я смотрю, да. Коллеги Виктор Ногин и Геннадий Куриной заслуживают истину. Ихови обители заслуживают истину, и мы все заслуживаемо истину. И само вам могу пожелать довольно стрепления и здравия. Спасибо. Да то... Спасибо. Хвала вам. Спасибо. 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 Спасибо за профессиональные вопросы. Спасибо.